поздравляю с замечательным праздником и память святых покровителей всего животного мира, особенно лошадей, святых мучеников Флора и Лавра. Дай Бог, чтобы был мир на конюшне. Вот. А он исходит, конечно, от людей, вот, от наших сердец. Вот. Мы будем друг с другом мирны, и наш лошадка тоже будет мирна. А иногда мы у них учимся правильно даже поведению. Хорошо.